Добрый вечер. А вы, кажется... Хотя, судя по тому, что здесь произошло, этот вопрос довольно спорный. Проблемы с пчелами? Их тут много летает в последнее время. Я представляю организацию, которая базируется в Лондоне. Очень большую организацию, которая имеет связи по всему миру и своих людей в каждом правительстве. Но несмотря на это, мы видим себя как незаметного партнера. Мы дергаем за ниточки, большие ниточки. Пример министров, президентов, королей. Темные дни грядут, мир находится в беспорядке, и мы набираем людей. Солдатов, агентов, искателей приключений, крестоносцев. И мы предлагаем отличные условия. Старт с нуля, сеть такую, какой нет нигде. Бесконечные ресурсы, шикарную медицинскую страховку и возможность использовать свои невероятные силы. Это может оказаться большой переменой, но взгляни на это с другой стороны. Это уникальная возможность. Ты был избран. Ты был наделен силами. Силами, которых даже не можешь себе представить. Или ты можешь быть изгоем в мире, который никогда тебя не поймет. Или ты можешь принять то, что тебе уготовано судьбой, и присоединиться к таким же, как ты. Встать против восходящей тьмы и начать путешествие к неизведанному. В самые секретные места. В секретный мир. Выбор, который тебе понравится, полностью за тобой. Но учти, твои новые силы привлекут много внимания. И не все будут так же любезны с тобой, как мы. Сам по себе ты будешь легкой добычей. Возможно, ты не протянешь и недели. Это приведет тебя к цели. Инструкции внутри. Хочешь, используй их, а хочешь, нет. Это твой выбор. Больше ты меня не увидишь. Надеюсь, ты сделаешь правильный выбор. Кстати, наша организация зовется «Тамплиеры». Может, слышал про нас? Мы тут давненько. Хорошего дня. Извините, без разрешения дальше нельзя. Я знаю, как оно должно выглядеть, это не оно. Ладно, парнишки, детектив Шелли, он со мной. Сделай нам обоим одолжение, не свети письмом направо и налево. Ребята на посту не проинформированы. Как им сказано, тут всего лишь повышенные меры безопасности после атаки террористов в Токио. Но я не имею дел с бюрократией. Я всегда имею дела только с правдой. Я знаю про секретные Лондоны, про тамплиеров. Я бы сказал тебе, надеюсь, ты знаешь, во что себя втянул. Но ты даже понятия не имеешь. Даже я ввязываюсь в это только ради безопасности простого народа. Ты же видел это в новостях? Инцидент в Токио. Вот что бывает, когда у новичков все выходит из-под контроля. Но не здесь. Не в мою смену. И так было всегда. Так было и будет. Внутри Элдвика ты будешь в безопасности. Иди послушай, что там пророк пророчит у дороги рядом с метро. Он расскажет тебе, с чем тебе придется столкнуться в будущем. Лучше быть готовым заранее. Мои искренние тебе соболезнования. Слишком поздно заниматься переработкой отходов. И бредите спасение горилл и получать дары от Ананси. Шторм движется, закрывайте ваши окна и ставни. Вы не должны верить ему на слово. Это предупреждение от солнца. И она говорит, что она стара и устала и боится смерти. Она говорит, что вы жили как молодые боги слишком долго. Испорченные детишки, которые только что-то пожелают, и тут же это становится явью. Ну а теперь эти дни прошли. Больше такого не будет. Ха-ха-ха. Прошу прощения. Я покажу вам, как это все пошло ко дну. Через медиумы ненадежных повествований. Видение будущего. Возможно, это твой счастливый день. Завтра. Или за день после него. Не так уж и много. Был жаркий дождливый день. Когда-нибудь замечали, что апокалипсис приходит именно в дождливые дни? С запахом горячего воздуха и несвежей мочи? Атмосфера наэлектризована. Я имею в виду по-настоящему наэлектризована. Искры, слетающие с рельс, повисающие и хватающие вас за волосы. Голос, динамика, который вы не слышите. У вас все зудит. Черные звуки во тьме. И свет отрубился. Light.
Все вырубилось, Кайдан Чо? Полностью? От парка до башни Орочи. Повсюду карантин. Хорошая новость для Токио и плохая для нас. Ха, я думал, что драконы расцветают в хаосе. А кто-то мне говорил, что у иллюминатов есть ответы на все вопросы. Всем сказали, что произошел взрыв бомбы, но никогда не бывает все так просто. Произошло что-то намного хуже, что-то, что принесло заразу вместе с этим. Тогда мы будем сражаться, так всегда делают тамплиеры. Мне всегда была по нраву хорошая битва. Вот почему у меня брюки из красного бархата. Сара, слава Гайе! Выглядишь так, как будто увидел конец космоса, приятель. Я знаю, каково это. Мы все как на лезвии, пришло время каждому сыграть свою роль в этом представлении. Мы с тобой как теперь как родственники. Тамплиер всегда побеждает, все такое. А, забей. Похоже, тебе надо сначала немного потренироваться, прежде чем совершить свое первое убийство.
Тебе надо сделать то, что в письме написано. Иди поговори с Соннаком в главном здании тамплиеров. Это близко, не пропустишь. Вообще, честно, это невозможно пропустить. Заходи, заходи. Очень рад, что ты нашел это место, следуя инструкциям. Это именно то, что делает нас уникальными. Конечно, с такой обстановкой мы давно должны были уже красоваться в желтых страницах под названием «Крестоносцы». Ричард Соннак. Итак, значит, ты откликнулся на наш призыв. У тебя есть вопросы, я могу дать на них ответы. Некоторые ответы. Для начала, пока ты не заблудился в бреднях Дэна Брауна и в билетристике, мы не рыцари-темплиеры. Та организация исчезла еще в 1300-х годах, вместе с их прическами и сжиганием на кострах. Нет, мы начали в 21 веке. И, так сказать, реорганизовали нашу организацию, но сохранили старинные традиции. Преданности, родственности и, если быть полностью откровенным, собственной армии. Наша первейшая цель – спасти мир от него самого. Мы продолжали решать вопросы и улаживать склоки между разными тайными обществами и сдерживать их, пока тьма не начала пожирать земной шар, пока темнейшие из ней не пришли к нам. Теперь доказательства повсюду, даже на дурацком ТВ, а мы в гуще войны. Силу нужно применять правильно, и нам выпала честь решать, где ее стоит применить, а где нет. Эта честь выпала тебе, как солдату тамплиеров. Покажи мне, что у тебя есть желание, и мы научим тебя всему. Твои замечательные силы должны быть отточены и находиться под контролем, хотя бы для того, чтобы никому не навредить. Там находится отдельная зона для тренировок, которую мы оснастили самым лучшим. Сходи туда и возвращайся ко мне. Господи всемогущий, кажется, еще один помощничек нарисовался. Тигель, это мой дом, а в моем доме мое слово закон. Забудь про соску своей мамочки, с этого момента это твой дом. Здесь ты научишься выживать. Ты пришел сюда как пустой лист. У тебя есть потенциал, вот почему тебя призвали. Но этому потенциалу нужны строгие указания. Ты заряженное оружие, если ты не научишься контролировать себя и направлять свои силы, ты навредишь себе или остальным. У тебя есть способность управлять анимой, твоей жизненной силой, в настоящем мире, чтобы развивать свою силу и физические способности, чтобы колдовать. Боевую магию, а не эту волшебную хрень. Какую бы безделушку ты ни держал в руках, она позволит тебе направлять через нее свою силу. У нас тут нет волшебных палочек. С помощью оружия ты сможешь управлять и владеть своей магией. Неважно, почему эта сила вдруг пробудилась в тебе. Ты не один, такой уж точно не избранный. Ты часть армии. Нашей армии. И с этого момента ты будешь делать то, что тебе скажут. Так поступают тамплиеры. Считай, что это твоя игровая площадка. Тут, конечно, не так, как на передовой, но достаточно хорошо, чтобы ты почуял запах пороха. У нас есть разное оружие на выбор для того, чтобы ты попрактиковался. Попробуй, сколько тебе вздумается. Когда закончишь, выбери одно, и ты должен быть уверен, что тебе с ним достаточно удобно. Потому что это будет единственное, что встанет между тобой и твоей дорогой на кладбище. Эти штуки мы называем ракшаса. Они основные адские псы. Мы держим их скованными. Используем как куски мяса для новичков. Используй их как мишени, не волнуйся, они ничего не чувствуют. И они точно не достойны жалости. Потрать свое время в Тигеле с умом. Спешить некуда. Снаружи демоны не скованы, и я не буду рядышком, чтобы спасти твою сожалеющую попку. Вперед, начинай! Я отвечу на остальные вопросы по пути. Пришло время обсудить твою предстоящую экскурсию в колонию. Боюсь, что это скорее работа, чем удовольствие. Недавно небольшой остров, сообщающийся с берегом Новой Англии, внезапно пропал с карты. Можешь пренебречь утомительной правительственной маскировкой. Там разыгрались силы тьмы.
Соломон Айленд — это камень позора. В прошлом там торговали людьми иллюминаты, пока они не присоединились к переходу в Нью-Йорк. Ты должен быть осторожен, так как мы имеем дело с историей иллюминатов. Презренной историей. Конечно, под флагом перемирия мы прекратили наши размолвки и объединились, но мы все еще ближайшие враги. Все улыбаются, сидя за столом, но держат ножи наготове под ним. Иллюминаты безрассудны, и нельзя надеяться на то, что они сами приберут за собой. Мы должны отыскать корень того, что принесло беду на Соломон-Айленд. Но дай заметить, это не спасательная операция. Безусловно, там будут выжившие, но тебе нельзя разболтывать о том, что ты был послан избавить их от беды. Жанна д'Арк поступила так, и посмотри, что из этого вышло. Наша цель — спасение всего человечества, а не размена по мелочам. Я понимаю, что это может быть тебе поперек горла, но все же нимбы исчезают по всему городу, но у нас есть нечто большее, что поставлено на карту. Покинь нас как можно скорее. Твои условия путешествия уже находятся в Элдвикской подземке. Я буду на связи. Эй, привет, да? Перед собой вы видите пустоту земли. А карту? Я надеюсь, вы тут не до местного обслуживания. Тогда вы немножко опоздали. По моим часам... На сотню лет, прошедшую четверть часа назад. Но, судя по вам, больше, чем просто путешественник. Что ж, вы пришли в правильное место. Подземный мир, как великая подземка Британии. Только немного более эффективная. Магистрали Агарты находятся по всему древу жизни и соединены с поверхностью. Время и расстояние сгибаются здесь. Вот почему вы можете пересечь глобус во время легкой прогулки. Конечно, это безупречно безопасно. Хотя никто толком не знает, как это работает. Довольно много наши ботаники изучали это все, но я уверен, у них там есть свой главный человек по этому делу. Самый главный. Тебе нужна одна из этих штук. Береги пальцы. Спасибо. Увлекательнейший прибор. Но, к сожалению, он еще не так умен, чтобы раздавать конфетки. Считай, что это твой якорь в пустоте Земли. Он может вернуть тебя в мгновение ока, в буквальном и переносном смысле. Что ж, вперед на берег Новой Англии, ведь так? Circular motion, and I don't know where I've been.